Ульяновская область вошла в межрегиональный проект «Яркие выходные в Приволжье». Так сложилось, что именно 10-й юбилейный поезд с туристами оказался в нашем городе. 180 жителей Башкирии и Татарстана прибыли на первом для региона туристическом поезде. По приезду гостей ждала торжественная встреча с участием местных творческих коллективов. Туристы из Башкортостана рассказали, что давно хотели посмотреть на родину Владимира Ленина и посетить места, связанные с биографией революционера. Я приехал из Уфы, с удовольствием вас город, потому что это родина дедушки Ленина. Это место, куда мы в свое время рвались все. И вот наконец-то, через много-много лет, у меня получилось вернуться. Я в свое время бросил монетку в тот самый фонтан, который есть у большого комплекса имени Ленина. И вот получилось. Тур включил в себя на выбор две экскурсионные программы «Симбирск-Ульяновск-Лучшее» и «Back in USSR». Каждая из них помогала окунуться в атмосферу недавнего прошлого нашей страны и открыть для себя Ульяновск – город счастливого советского прошлого и сердце современного Приволжья. Во время интерактивной программы участников тура торжественно принимали в ряды пионерской организации, при знакомстве с гастрономическими особенностями региона угощали обедом по-пионерски и изысканным ужином партийной элиты. Вообще эмоции, конечно, зашкаливают. Это просто окунулись так, как говорится, в 70-е годы, когда я вступала сама в пионеры. Это были 77-й год. То есть мой стаж пионеров 77-го года. Вообще все отлично, на высоте проведено. Огромное спасибо организаторам. Все было на высоте. Программа путешествия работает по принципу «все включено». В стоимость поездки входят билеты на поезд, завтрак, обед, торжественный ужин, входные билеты, сувениры и экскурсии. Гостей Ульяновска прокатили на теплоходе, привели на обзорную точку гостиницы «Венец» в дом-музей Ленина, Государственный историко-мемориальный музей-заповедник Родины Ленина и музей ретро-мототехники. Кроме того, туристы побывали на лучших площадках с видом на город и Волгу. Маршрут организован при поддержке Куйбышевской дороги, агентства по туризму Ульяновской области и региональных туроператоров. Такая коллаборация позволила настолько эффективно развить внутренний туризм, причем изначально проект был заточен, чтобы в эти регионы посредством железнодорожного транспорта приезжали туристы из Москвы, но мы в апреле этого года попробовали формат туристических поездов. Поволжье реально недооценено с точки зрения туристического потенциала, и мы надеемся, что мы вместе с вами его раскроем. Расписание для поезда разработано так, чтобы путешественники, отправившись в поездку в пятницу вечером, субботний день полностью посвятили знакомству с Ульяновской областью, ее достопримечательностями и культурными особенностями. А в воскресенье вернулись домой в Уфу. Сейчас по проекту «Яркие выходные в Приволжье» разрабатываются маршруты туристических поездов вплоть до декабря. Среди новинок поезда из Ижевска в Ульяновск и Уфу, а также из Самары в Нижний Новгород и Чебоксары. Алина Тихонова, Герман Баран, Ул Правда ТВ.